Вручил твое письмо, милая Таня, и очень был рад ему. Рад, как всегда, помнить и живо восстановить отношения с тобою. Ты напишешь, как ты верно пишешь, наверное, больше сердцем, а это самый лучший инструмент для того, чтобы хорошо написать то, что пишется. Пожалуйста, печатай, и я с удовольствием, наверное, с большой радостью прочту это твое писание. Передай мой привет своим, братцы, целую тебя. И извини, что письмо короткое, я говорю в фонограф, я устал, много работал и не совсем здоров.